2 часа назад в Москве, на 78-м году жизни, умер Владимир Талашко. В фильмографии актера Владимира Талашко есть роли Феликса Дзержинского и Симона Петлюры. Но на всем постсоветском пространстве артист ассоциируется с Сергеем Скворцовым, из картины Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Любые резкие высказывания Талашко или скандалы в его личной жизни рассматривались поклонниками как осквернение этого образа. Дебют в кино состоялся в 1969 году в фильме «Комиссары» Николая Мащенко. Владимир Талашко – организатор фонда Леонида Быкова и фестиваля «Старые фильмы о главном». В кино сыграл более 50 ролей, с 2002 года – народный артист Украины. Снимался в таких фильмах, как закалялась сталь, «В бой идут одни старики», «Рожденная революцией», «Капитан Немо» и во многих других. Друзья, вы можете поставить палец вверх под видео в знак памяти заслуженной артистки. Здоровья вам и вашим близким!